Ну, краткий отчет о дне. Все даже очень ничего, ребят. И я вам скажу, что, конечно, вот просто так даже у меня все не получится. И сейчас нужна очень разумная стратегия. Нужна, безусловно, бодрость. Депрессия сейчас должна быть отставлена абсолютно. Просто ни минуты на нее нельзя тратить. Вставать сразу за работу. Сразу пытаться попасть вот в такие, через такие места. Вот смотри, ты думаешь, здесь предел? Вот здесь именно предела и нет. В общем, продолжаю заглавливать свои видео из моего летнего хаба. И, друзья, я, как всегда, интуитивно очень правильно поступил, что отложил это в хаб, потому что именно сейчас это будет самое время опубликовать. Именно сейчас.